Итак, ну что ж, миссия вторая начинается, темный секрет, часть первой деревни. Вот ОСА через проводника круга Крейсау Кеслера узнали о вашем плане по следующем побеге замка Вольфенштейн. Гибель агента 1 трагична, но неотвратима. Гиммерская паранормальная дивизия ЗСС, возглавляемая Хельгой фон Буллу, проводит большую археологическую раскопку вблизи деревенской окраины. ОСА недавно перехватил фрагменты сильно кодированного сообщения, идущего с участка, прямо к Гиммлеру. Но на данный момент мы не можем полностью декодировать какое-либо сообщение. Карл Велигут, член круга Кирсава, находится в деревне с важной вещью, предназначенной вам. Если возможно, найдите его и получите предмет, затем исследуйте согласно инструкциям Кеслера к археологическим раскопкам. И выясните ситуацию, не забывайте собирать любую разведывательную информацию, которую вы сможете обнаружить по пути. Вы получите новые приказы, когда доберетесь до места раскопок. Задача – проникнуть в деревню и обнаружить участок археологических раскопок паранормальной дивизии СС. Ну что ж, начинаем вторую миссию проходить. Первая часть начинается. Здесь холодно. Будет даже холоднее, чем вчера. Скоро должен пойти снег. Я слышал, что скоро баня. Я не мылся уже 2 недели. Да, я знаю. Ну вот, это мой дом. Вниз по этой лестнице есть черный вход в кафе. Мне очень жаль, что я не могу сопровождать вас дальше. Вы должны поторопиться. Команда Хельги проводит раскопки на кладбище на окраине. Вход в склеп там. Удачи! Хорошо. Так, ладно, идем дальше. Пожалуйста, не убивай. А ты сволочки. Решили все-таки нас. Так, андеда можно не убивать, если мы данные гражданских здесь. Не трогать. А кто же, в общем-то. Кто же, в общем, что не 2009 года. Так, еще. Таня! Блин, не закрывайся дверь. Оружие очень хорошее, конечно. Так, надо, блин, птичка бы найти его, что ли. Они, видимо, же. Понизу спускается. Поднимайся ко мне. Один спустился. Сейчас второй спустится. Уже здесь. Так, остальные, думаю, нас пулемет снимем сейчас. Если пулемет у нас есть. А вот они бегут, бегут. Неуклюже. Шух ты по лужам. Отлично, сохраняемся. В общем, спускаемся вниз, надо идти дальше. Мы разобрались с этими чертами солдатами. Так, ну, здесь спуститься будет, наверное. А хотя... Чуть... А, нет, даже не дома. Так. Идем дальше. Очень интересно здесь вот. Чё за... Па-па-па-пам-пам. Чё за папа-пам? Офигеть! Хотя бы здесь загрузилось. Так, сняли. Куда смотрелся-то? Так,
Так, я, кажется, не знаю. Должен бы снять. Да в черта я вас... Попасть не могу. Вот, отлично. Так. Так, а вот. Эй, не стреляйте! Заходите внутрь! А вот как раз это. Куда нужно попасть, да? Что ли? Есть кое-что для вас. Ага, сейчас. Подожди, немножко надо. И смотреться все. Фу, слава богу, пока сюда попали, куда нужно. Так, дверь закрыта. Наши английские друзья сказали, что это может вам пригодиться. Это автомат с глушителем. Ох, давай. Каратый стелс, думаю, понадобится. Так. Он тоже использует 9-миллиметровые патроны. О, как раз то, что надо, да. Так, что у нас там дали за автомат? Вот, как раз это оружие очень обожаю. Хорошее оружие. Даже, по-моему, дополнение к этой игре есть. Оно. Если охрана заметит нас вместе, то убьет обоих. Так, ладно, хорошо. Так, куда идти? Сюда. Так, спасибо. Тогда сохранимся вот таким образом. Так. Фу, отлично. Так, дверь закрывай. Отлично, да, в общем-то нам дал автомат служителя. Теперь можно даже, по-моему, не знаю, стелсом то ли снимать их получится. Хотя вряд ли. Но мы, в общем-то, нашу одну из целей выполнили таким образом. Может, стелсом получится снимать их. Таким образом. Так, это нас скрывается, это нас, по-моему, обратно. Нам как раз это точно не надо. Идем дальше. Тихо. Они уже начали стрелять. Пожалуйста, не бейте меня. Я ничего не знаю. Угу. Так, вот. Это как раз то, что нужно. То, что нужен. Так, сохранимся на этом месте. Что за звуки там, бам-бам-бам, прямо. Так, я не понял тогда. Да, блин, хорошее оружие для стелса. Блин, что там снайпер, который не так легко снять. Я обожаю это оружие. То, что надо, пушку дали. При этом, конечно, автомат уже тот один там выкинуть. Например, тот, да, тот. Тот можно уже выкинуть. Этот патрон побольше бы, конечно. Теперь я буду эти два автомата использовать. Да и винтовку тоже. У нас с вами теперь с прицелом снайперским, отлично. Фу, хорошее нам оружие дал. Хорошее, очень хорошее. Мощное оружие очень. Да! Скоти. Как он мне все-таки попал-то, а несколько раз. Успел это сравниться. Вот эти снайперы здесь надо очень опасаться. Там непонятно, с какой-то винтовки стреляют. Без прицела, что ли? Как он вообще по мне попадает через такой винтовки-то? С такой винтовки я-то попасть-то не могу. Так, куда мне... Так. Теперь нужно туда попасть. Все-таки, наверное. Точно. Хотя нет. Так. Не открывается. Не подается. Это тоже не открывается у нас. Как будто вообще мы так, кажется, не сюда пришли все-таки. Да. И все равно заплутаешь. Заплутаешь просто. Чихать, что у нас такое? Я где-то неподалеку снайпер снова. Засел. А то для стелса, конечно, не очень не подойдет. Ничего, блин. Я не стелсом же действую. Ничем не бужу теперь, интересно. Они все равно меня видят каким-то образом. Может, надо мне потише идти? Хотя... И это даже не поможет.
Так, вообще не наоборот вернулся. Это не самое лучшее дело. Да, я согласен, ужас. Ведь наши люди были пойманы этими существами. Так, конечно, они... Да, блин, у него уже... Аптечек уже просто нет. Очень здоровье. Вот так, надеюсь, здесь больше этих годов нету. Хотя ладно. Хотя, может, даже неплохо это оружие. Снимает незаметно врагов при помощи него. Другие точно явно не услышат. Так, здесь ничего нету. Не знаю, зачем-то вообще-то опускаться надо было туда, если у нас там ничего полезного-то хорошего нет. Так, отлично. Одного сняли. Так, сохраняемся на этом месте. Так, отлично, с ним разобрались. Идем дальше. Надо быть очень внимательным. Здесь полно этих, может быть, такого взрывчатку взяли. Не знаю, пока что, в общем-то, нам не нужны. Нам нужно будет... Так, один мне все-таки-то... Во! Думаю, должна разрушиться тоже как-нибудь. А, так и есть. И это... А, миссия, в общем-то, на этом заканчивается. Ну что ж. Тогда, в общем-то, увидимся в следующей миссии по прохождению игры Return to Castle Wolfenstein. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи. Всем пока.